Добрый вечер, друзья. Хотя какой добрый вечер, у нас без 5:04 и уже темнеет. Скоро будет темно. Сегодня у нас, да, немножко потепление. 11 декабря. Счастью нет предела. Ноль писали, ну хотя бы -2, -3. Чувствуется, ребят, чувствуется, что уже слегка потеплело. Уже снег такой, знаете, немного осел. И нет того морозного воздуха. Уже воздух более такой приятный, поспокойнее, даже можно уже спокойно идти, не бежать, как в эти морозы, -21, -18. Хочется быстрее. Вот у нас, кстати, отельчик тут симпатично светится. Да, ребят, хорошо, немножечко стало потеплее. Даже пытался какой-то то ли мокрый снег, то ли дождик. Не знаю, ближайшие дни так и обещают. -2, -0, -1. Даже захотелось, можно и прогуляться, вроде бы как. Дороги у нас нормально расчищены. Снегопадов-то пока не было. Так что все своим, как говорится, чередом, друзья мои. Решили немножечко с вами вот по делам заодно едем и посмотреть, что вокруг происходит. А вокруг на самом деле пробка и суета. Выходные дни, видимо, все поехали в торговый центр покупать все, что нужно к Новому году, и подарки, и продукты. Деда Мороза подводить нельзя. Да, Деда Мороза подводить нельзя. Под елочку. Нужно что-то. Обязательно, как же Дед Мороз же придет. Так что, друзья, предновогодняя суета. Смотрите, какая пробка. Ребят, я вам показываю сюжетиками. Просто что встречаем, интересно. Пробка. Это с Парнаса и в сторону Парнаса. Там район Парнас. А здесь недалеко проспект Просвещения. Пробка от машины за машиной. Стоит Петрович, заледенел. В сосульках весь. Такая погода сейчас начнется, то минус, то плюс. Закопали машинку снегом. Чистят вовсю. Смотрите, какие кучи. Собирают их, грузят и вывозят. Вот хорошо, молодцы. Bye.
Сейчас везде елки, везде по городу.